А как? Это надо понять. Это надо попасть. Всем привет, меня зовут Сергей, вы находитесь на канале Бельтиков Летсплей, и сегодня мы с вами продолжаем проходить Control. И я скажу, предыдущая серия, к сожалению, не записалась, но хотя там ей как бы особо много не прошел. Скажу, смотрите, открыл себе типа пулемет. Он кривой, это просто пиздец. Причем я ему добавил улучшение на точность, там что-то процентов 20, по-моему. А что, гадать, надо посмотреть. Причем четвертого уровня, видите, я еще посмотрел, короче, улучшения есть уровни, и чем, естественно, больше, тем он лучше, то есть по процентам там и так далее. А четвертый уровень точности плюс 19, и я бы сказал, что особо это не прибавляет чего-то такого прям глобального. И я научился стрелять, нужно просто стрелять очередями, то есть небольшими. Бляха, ну что ж так громко-то, я не понимаю. Или это я просто себя так слышу плохо. Скорее всего, звук микрофона будет лучше. То есть нужно как-то стрелять очередями, чтобы она попадала в цель, это раз. И не выпускать полностью всю обойму, потому что вблизи это, ну, особо бесполезно, особенно видели, вы видели под конец, да? То есть изначально она хотя бы как-то кучно стреляла, то под конец это просто разлетается по всей локации. Вот, и вторая, меня просто очень радует вторая пушечка. Это, смотрите. Знаете, что это? Это что-то наподобие гранатомета плюс снайперской винтовки, потому что стреляет просто пиздецки как далеко, смотрите. Опа! И просто разорвало. Дырка. И при попадании оно наносит просто гениально огромный урон. И по поводу того, что я сюда накинул, так, масштабирование. Плюс 15, я не знаю, что это дает. Но что-то я читал, и что-то я там, ну, как бы представлял себе, что это будет полезно. Поэтому раз я поставил урон вражеской броне плюс 43%. Вот это я, конечно, о, новый что-то поднял. Так, это выглядит вот так. Так, урон вражеской броне, подожди, вот это внизу, да? Прибавка урона. Урон при низком уровне, ну это фигня, это нафиг не надо, исключительно для кумулятивов. Это, масштабирование 15. У меня это уже есть масштабирование. Урон при прицеливании. А может быть без прицеливания, чё? Вот это вообще очень полезно, хотя урон вражеской броне, блин, я вот против босса его навернул, он, конечно, очень хорошо и быстро упал. Скорость перезарядки. У нас был босс в предыдущей серии. Я сейчас быстренько вам покажу, если получится, куда, где мы были. Это раз. Скорость... Блин, ну полезно, скорость перезарядки. Урон при попадании в голову, это херня. Урон при низком уровне здоровья, опять-таки, это надо сломать. F. Ага. F это хорошо. Урон при низком уровне здоровья. При попадании в голову, масштабирование. Я бы вот это поставил. Урон вражеской броне. Урон вражеской броне против при прицеливании. Ну хер знает, оставлю пока что так. Вот. Мы были... Были мы... Это этажом ниже, вот. Вот там мы были. Там, короче, новая локация. Ну, не новая, там помещение, в котором нас кое-чему научили. А кое-чему научили нас вот этому. Левитировать, летать. Работает, конечно, очень странно, потому что... Так, это у меня вот эта пушечка, да? Это наверху, да, появились? Хорошо. Побежали, 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 побежали. А, вопрос. Уже внизу. Серьезно? Давай, сука. На, и нету, суки. О, дрова. Это что такое? Они сейчас, надеюсь, снизу мне урон не нанесут. Потому что, видите, вот это падло внизу. А они все-таки взрываются. И на лестницу сейчас ползут, да? На какую лестницу? На эту? Не хочу с ними встречаться. Одна вот тварь вот там. А, это шар, да? Это шар? Да, это шар. Не хочу. Вообще ни разу. Так. Не вижу. По идее, это... Идите нахер. Это вот там, да. Быстренько сейчас шлепанем, посмотрим.
покажу. Здесь у нас, по-моему, пацан сидит. Или не здесь? Да, по-моему, здесь где-то был. Которого надо будет, по идее, потом освободить. О, здорово. Это как я до тебя не дошел. Спасибо. Что-то шарики праздничные. Ладно. Вот, к сожалению, серия не записалась. Потому что OBS. Потому что... Ну, вообще, как бы компьютер, скорее всего, тупанул. Вот. Здесь мы были, мы здесь, короче, проходили. Мы, типа, иди... Иди. Мы шли освобождать брата. Сейчас вот эта дверца закроется, вот это откроется. Здесь такая система. Двухсворчатая. Здесь кто-то что-то все разнес. А, кстати, я сюда не попал, а как? Угу. Угу. А как? Это надо понять. Это надо попасть. А я не помню, чтобы я туда заходил, если честно. В предыдущей серии, в общем, мы сходили... А мы не здесь были, нихера. Или здесь? Нет, не здесь. Здорово. А что такое? Я вообще, она такая типа пришла, по-моему. Посмотрела, сказала, брата здесь нет. Дело здесь нехер. Это что, запись? Ладно, послушаем. Ну и не надо. Дилан, это нас брат. Она узнала, что Дилан... Ну, сейчас, конечно, мне похер вообще на все. Она узнала, что Дилан, короче, здесь заправила всего. И что... А трупешник-то такой же. Помните? Помните, была серия, когда я его вначале еще вот так вот выпихивал, типа, можно повернуться и не смотреть на меня своими открытыми ртами, разорванными. И ему, по-моему, что-то вставили, вот. В предыдущей серии мы попали в локацию, знаете как? А, подошли к телеку, она посмотрела в телек, и через телек мы попали в другую локацию, где нас научили левитировать. Потом в конце телек горел красным, это было страшно. Хотя я вру, этого не было страшно. И, в общем, мы, короче, узнали, что Дилан, ее брательник, он здесь, я так понимаю, местный руководитель всей вот этой паранормальной херни. Она, скорее всего, исходила именно из него, потому что... А, что наверху? Я здесь не был. Радио мы уже не слушаем, потому что мы далеко. Очень странно сделали, они могли бы добавить субтитры, то есть даже если я отошел, я слышу голос... Субтитры могли бы работать. Субтитры могли бы что-то полезное нам давать. И давать чутка сюжета. Я недавно только проснулся, записываю рано с утра. Потому что очень много дел сегодня. Поэтому, возможно, я буду сегодня относительно не смешной. Относительно туповатый. И не знающий, что сказать. Хотя, вы знаете, как обычно бывает? Вот ты такой ложишься, короче, вечером спать. Ты не хочешь спать. И ты лежишь и думаешь. Ты лежишь, думаешь и начинаешь вести сам с собой диалог, и у тебя он получается охуенный. Я уже так подумал, вы знаете, надо включать диктофон и записывать свои диалоги. Ни хера себе. Вот это вот, конечно, вот я говорю, управление вот этой левитацией, оно очень странное. Потому что один раз нажимаешь, она просто прыгает, ты нажимаешь второй раз, она начинает лететь. Но иногда это не срабатывает, потому что срабатывает именно на первый раз. Того, когда ты нажал пробел. Вот, она начинает лететь. Хотя сейчас нажал один раз. А я хотел просто прыгнуть. А когда ты нажимаешь во второй раз, вот она уже полетела, ты нажимаешь во второй раз пробел, она начинает падать. Как тебе открыть, сука? Может, здесь как-то разгандошить надо что-то? Я не знаю, тебя давай, допустим. Возьмем попроще. Ага. Я вот боялся, что оно отлетит. И отлетит в мою сторону. Спасибо, что не в мою. Это раз. А во-вторых, как... попасть в ту комнату. Как попасть в то помещение? Может, здесь надо что-то разгандошить? Ну, явно не коробка пустой. Но как? Потому что здесь раз. А, и раз. И все. Мне вообще казалось, что там было больше сундуков. Ну, ладно. Ну и в жопу. Вот, в общем, мы здесь побывали. Мы здесь узнали. Сходили в ту комнату. Нас научили левитировать. Завалили там... Два босса мы, по-моему, там завалили. Потому что их было очень много. Возможно, два не в одном месте, а по порядку. Я как бы спорить не буду. Опа. Она постепенно начинает падать. Если ты нажимаешь пробел, ну, конечно, давайте, да, на меня, спасибо. Вот, видите? Пушка, она просто пипец какая кривая.
На, вот. Можно вот сюда? Спасибо. Что будет? А ничего не будет. Видите, какая она кривая? Вот тебе что, похеру? Да, конечно, до свидания. А, я предлагаю... Блин, это на другую сторону. А, нет, секунду. Это надо сюда. Быстро, это надо быстро вот сюда. Быстренько вот сюда. Опля. Спасибо. Быстрое перемещение. Хорошо. А, поговорить с этой... Ага, конференц... Да? Да. С кем-то, в общем, надо поговорить. Надо передать, сказать, что мы нашли вроде как брата. Но мы его не нашли. Она увидела у себя в голове. Он такой лысый чувак. Как обычно лысый чувак. Как и все лысые чуваки. Особо ничем не примечательный. Нужно быстренько поболтать с ней. И, наконец, уже пойти дальше по сюжету. Потому что нам же надо его найти. И вообще понять, о чем здесь вообще идет речь. О чем эта игра. Зачем она существует. Игра, вообще скажу, классная. Вот касательно исполнения, касательно уровней физики и прорисовки, она суперская. То есть, ну, посмотрите. Да, как бы есть здесь косячки, например... Чего fucking Marshall? Он сказал, не чертова Marshall. Сука, я тебя, блядь, уволю. Козлина. Вот. А что, надо с ней поползать, подожди? Эмили. Ну да, это Эмили. Потому что негритянка, по-моему, подруга... Нет, это не Эмили. Неужели это не сон? Чуть только я не нашла Дилана. О, ну может слишком поздно. Его уже на лысо побрили. Он был таким красивым. Джесси. Это поп, нам не надо с ней болтать. А почему сюда тогда в конференц-зал вело? Или здесь это стоит, да, другая? То есть это сидит здесь, а та где-то в углу стоит, в тени. Спряталась. Нет, я что-то не вижу. Контролирует тебя. И? А он контролирует имя? Мой брат. Что значит? Может быть, не быть твоим братом? Может быть, не быть. Вот это я, конечно, мальнул. Да, я пошла. Спасибо. Спасибо. Что она такая? Добрая стала. А я здесь не лежала. Г. Анализ. Вот я так понимаю, они здесь посидели? Поконференцировали? Конфиденциально. Анализ угроз со стороны. Это одно и то же, да? Только кто как своей рукой кривой написал? Или что? Опа. Я думал, не дотянется. Анализ угрозы. Это все одно и то же, что ли? Я не понимаю. Читать не хочу. Не хочу читать слишком много и слишком бесполезно. Хронология событий. Изучить внешнюю шкалу. Опа-па-па-па-па. Я же говорю, это неинтересно. Что там изучить? Зачем? О чем речь? Вообще сюда показывают. Что такое? Поставить пластинку. Удерживать для активации. Удерживаю. А это не основное задание, я так понимаю. Центральное дело, ну. Куда пластинку втыкать? Тебе, что ли? Сейчас я тебе поставлю пластинку. Что он делает? Как уже меня бесит. Единственное, что он знает, по-моему, о музыкальных автоматах. Где? Быстро сказал. Дэвид Боуи сейчас. Не-не-не-не-не. Потому что летать мы уже умеем, сейчас в космос полетим. Не-н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 е
и тебе не жить, потому что он был только один. И я как бы с этим полностью согласен. Боуи неповторим. Давай быстрее пизди уж. Короче, нашли жетон от музыкального автомата, в котором играет всего одна песня, которая управляет Исами. Чё? Не хочу с тобой болтать. Я тебя туда же, знаешь, куда? Занятой он, сука, тварь. Я даже не читал субтитры, но мне так показалось, что он именно это имел в виду.
believed that he voluntarily entered captivity. That's what Pope said. А можно мне быстренько автомат сюда привезти? Директору. Центральный отдел. И чё? Поставить пластинку. Используй жетон в музыкальном автомате. А где? Подожди, блядь. Ты козёл, что ли, слышишь? А, пропускать можно. Да, заткнись уже. Да. Крылышками, чё? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ага. А что, старые друзья? Ты мне ещё, что ли, задание дал? Охерел? Зона призыва, маршал, выход, черный камень, дарлинг. А где маршал? Сейчас прикол, не понял. Давай быстренько победим. Что особенного? Ты охерел материться, слышишь? Сука, надо вот реально его не просто высечь, его надо. Не просто уволить, а высечь. С позором, сука. Чтобы вся организация, вот он шел по коридору, вся организация его хлестала розгами. Ублюдка такого. Сука, бесполезная. Тупо отсиживается, тупо прячется. Все послушали, ну. У тебя не горит, хорошо. Дай ему пинка, сука. Я тебя запоминать не буду, я тебя сейчас сама запомню, понял? Что-нибудь. Что-нибудь плохое, чтобы ты потом не спал ночами. А, я здесь была? Обыск по району. Тебе хорошо, плохо? Что-то им совсем поплохело, да? Ты вообще, по-моему, что-то употребила и находится вообще не в этом мире. Ладно. А сундучок у меня здесь припасли или сами все уже, да, растащили, суки? Ладно. Дед уже спрятались. У вас как бы здесь нормально в помещении. Воздух там лишний воруете. Как бы когда действительно придет опасность, воздуха там уже не останется, потому что эти козлы там насидели. Насидели и напердели. Ну-ка. Какие-то грибки, споры. The Last of Us 3, что ли, сука, начинается. Вот с этого он, видимо... Мне в почту работает, что ли? Да, работает, а зачем? А кто с кем общается? Ну, конечно, да, с другой стороны, как бы апокалипсис апокалипсисом. Ну, общаться-то надо. Опля, а я здесь не был. Почитаем. А там я, кстати, поднял, не почитали, да? Ну ладно, бывает. Вот. СМС-то надо? Как бы. Кто бы здесь не умирал? Что бы ни происходило? Война не война. Геноцид нет. Ну, пневмопочта должна работать. И я очень надеюсь, она работает не как наша почта. Что она сейчас полетит по трубе, там свалится, потом ее будут неделю сортировать и месяц отправлять в другую трубу. Потому что именно вот так работает в нашей стране почта. Ну-ка. Так я уже ухожу просто. А здесь был вообще? Был или нет? Секунду. Что-то я не помню вот такой монумент посередине. Здрасте. А я не долечу, ни хера себе. Высота. Может, мне по трупам попрыгать надо? Не знаю, сейчас проверим. Я здесь не был. Какой зрячий, да? Херак нашел. Был. Хорошо. И... А как? Там я не вижу, чтобы спрыгнуть можно было откуда-то. Ну, конечно. А залезть ты не хочешь? Вот встать, я не знаю. Давай на дроп... Бляха, можно вообще по идее, да, я так понимаю? Аккурат. А вот если она вот так упадет, она потеряет здоровье. Это я прям отвечаю. А может, притянуть можно, я не знаю? Или это пострелить? Или это потом опустится? Ну потому что, ну сука, ну вот это явно сундук стоит, или что это такое? Ну что-то же стоит, и стоит оно там не просто так. Может, с этих автоматов они типа повыше. Лети, лети, лети. Ну конечно, долетел. Видите, по кругу я как бы прогулялся, здесь ничего нет. И ничего не происходит. Так, ладно.
Как всегда, бляха, ну что происходит? Ну что значит? Используешь жетон в музыкальном автомате в каком? Сука, ну я же уже здесь все обошел. Почему нет просто указателя? Куда? Это не ты. Чё? Чё тебе там надоело, сука? Чё я вам надоем? Открысь. Опа, здорово. Радио не хочу включать. Не хочу народу давать лишний повод для празднования. Обзор результатов. Хорошо. Обозрели. Обозрели на паузе. Это чё? О, здорово. Теперь открыто, хорошо. Пипец, а можно было вот, ну, какой-то, блядь, указатель дать? Один уровень. А сложная экспедиция, за которую даются редкие награды. А меня чему-то обучат, что ли? Запись идет? Уже 20 минут прошло, сука. Три жетона музыкальный автомат. А может быть, экспедиционный, чё, костюм? А может быть, их покопить? 5 жетонов. А у меня 3? Или 1? 3, по идее. Да? Ну, бля, мне как бы сейчас... Давайте быстренько экспедицию эту пройдем, поймем вообще, о чем идет речь. Жалко, я так понимаю, не смогу уже попасть в ту локацию, где мы были, где нас учили левитировать. Выглядела она, конечно, бомбезным. Я оттуда столько себе превью, короче, набрал. А потом, когда сажусь делать, рендерить... Блях, ну это тоже ничего. Хотя уж такая была с космосом. Да была, блин. Похоже, не сделаешь. Ну что, экспедировать? Давай. Что это за портал такие? И что? Расследовать и... Чего? Зачистить 4 островка? Секунду. А каких островка? Можно мне как бы это понять? Ага. Здорово. Ладно, пощемали. Быстренько только, я так понимаю, потому что здесь на время... Да не, по идее, нет. Здесь просто шкала выполнения, так понимаю, вот это слева. А, на время 24 минуты. Хорошо. Давай, лети быстренько, падай. И дальше лети. Ага. 4 островка. Нихера себе островка, блядь. Не островки, это какие-то уже планеты другие. Ну-ка. Так, ладно. Мостик убрался, хорошо. Сейчас я вам наисследую с гранатометом. Я вам покажу, как это делается. Индиана Джонс современный. Пришел и разнес он нахер. Да? А чё, ну где? Исследовать. Опа. Ну ладно, что под музыку, не? А, это запись. Вот это я еще раз говорю, тупо сделали, да? То есть я вот отхожу, все. Она, по идее, продолжает слышать речь, но нет субтитров. Вот кто мешал сделать вам субтитры? Чтобы я бегала... И работали субтитры, чтобы я могла читать, если захочу, конечно. Мне это не очень как бы полезно, потому что там особо ничего интересного нет. Да, они постарались, да, они записали голоса. Да, они молодцы. А что исследовать-то, блядь? Зачистить? От чего? Я вот бегаю, ничего нет. Жива? Да. Ерунда какая-то. Ну, по идее, подсвечивает как бы самый главный... А, здорово, а что это такое? Ну это явно вот не наши подзвоночники, потому что... Я хер его знает. Ну по идее наш. Только башка, вот череп должен лежать вот с этой стороны, где-то ближе, потому что вот шея, узкие позвонки. Вот ребра. Да. Блять, ну они почему-то все равно на расширение к низу идут. Должно быть по-другому. А что исследовать-то, я не понимаю. Ну подсвечивается хорошо. И что-то копали, рыли. Сюда, что ли? Полетели, мне жалко. Падай, ну я здесь бегал, по-моему. Да, я кругаля здесь навернул. Я такой прошел туда, сюда. Вот там, везде. Хорошо. Ничего хорошего, бля. Получить данные о потерянных образцах. Это ты? Не подсвечивалось нихера. Кулаком данные получила?
Ага. А можно просто отсюда вальнуть? Или прям обязательно надо зачистить? Как же жарит, вы видите это? Вы это... Ах ты ж, блядь. То есть оно по броне жарит, а просто так нет, да? Нужно, короче, ставить на урон, я понял. Потому что по броне хорошо жарит. Блядь, до свидания. По броне жарит хорошо. А вы жирные, да, типа, или что это? Ты охерел. Там ничего не напутал, друган. Перед собой еще бабахает, дебил. А почему, кстати, сам от этого не пострадал? Иди сюда. Вы, кстати, если держать долго, проверено. Хе, ты жирный, да? А вы все жирные, да, сука? Ну, эти камнем. А тебе похеру, да? Че такое? Подожди, агент, это какой-то это местный босс? С гранатометом, да? И который в панике сейчас бегают, они понимают, что происходит. Охуенно. Сдохни. Ой, блядь, до свидания. А подождите, я уже научился как бы их ловить или нет? Знаешь что, давай, пожалуй, вот это возьму. Зарядилась? А где ты? Спрятался, сука. На! Лежать. Умирать. Быстро заряжаться. Умирать. Брать камень. Кидать. Еще давай, ладно. Стулом давай, а приходу. Присядь. Успокойся. Умира... О, вот это попадание сейчас было. Много дашь? Ну, что-то дало. Что-то, ну, немного. Как же она жарит. Вот временами плохо. То есть броню она, видимо, снимает хорошо. А там, получается, две улучшалки на этом оружии. Лучше, я так понимаю... А почему мне, кстати, засчитывают то, что я уничтожил волны исов? Волны, это не одна будет, да? Это офигенно плохо. Сейчас я тебя в упор огрею. Ах, ты еще одна жирная, да, тварь? Два, хорошо. Хорошо, но не очень. Давай, до свидания. Какие же вы твари жирные, сука. Просто неубиваемые, да? Так, не, давай, верни. А, блядь, раздает. А, это я раздаю. Сука, я не то хотела. ХПшка у меня. Берем тачку. И тебе, сука. Отзарядил. Не дозарядил до конца в тот раз. Давай еще разок. Берем что-нибудь под руку. Не попадать бы. А, он, сука, тоже умеет местностью играть. И ура, ты мне дал. Давай так больше не делать. Сдохни, сука. Сдохни, тварь. Бляха. В тот раз, видимо, я в голову попал, да? А можно еще раз в голову? Спасибо. То есть, секунду, это была одна волна или что? Расследуйте, защитите все четыре островка. Пиздец. Мне не хватит тупо времени на все четыре. Это как? Это вообще не весело, не прикольно. Да умри ты, сдохни, тварь, падла. А, это жестко, очень жестко все происходит. Да ему он похеру. Сколько у вас хп, слышь? А он еще и, блядь, бежит за мной, тварь. До свидания. Окружают, суки. Вот это да, вот это уровень. Да, конечно, а. До свидания. Да лети, пожалуйста, спасибо. Не надо, упади. Возьми вот это. А подожди, это гранатометчик, да? Это очень плохо. Блять. Блять. Не потерял, хорошо. А, ну тут кто-то еще появился, сука. Они со всех сторон просто лезут. Охереть, их как много, слышь. Я не успею тупо. Мне сейчас все это время уйдет только на одну локацию, получается. На одну сторону. На один островок херов. А он еще и не сдох. Да лети, блять. Дур такая. Я щемлю, блин, она застряла, сука. Да умри уже давай. Туда же вас всех, ясно? Да им похеру. А, вот странно, знаете, как будто, когда ты просто здесь бегаешь, у тебя все нормально. Когда ты начинаешь убегать, у нее начинается паника, то есть даже не у меня, у нее. И она начинает, сука, застревать, блядь. Во всем говне, который здесь вокруг. Давай у того убей, ну бляха, ну почему? Почему, когда ты вот ко мне подходишь, ты взрываешься, блядь, на пол локации, сука? А своих задеть не может, ублюдок.
Его обучили своих не задевать, сука. У меня сегодня суп просто. В словарном запасе. Ты дурак. Ты дурак. Ты не дурак, ты козел, ты сука тварь. Да хер вам. О, ничего, ничего, ничего. Это такая подготовительная вообще как бы фигня. Я сейчас научусь летать, научусь пиздить, научусь им давать хпшки ставить. Да, конечно. Да он бесполезен, вот, если честно. Да, естественно, если вот так вот накидает, то, блядь, и она застревать будет, сука. Ну вот как это происходит? Почему нельзя без этого? Хедшот. Хедшот, сука. Жирный, конечно, гандон. Дай сюда. Получай, тварь. Получай, ублю. Ах, ты, конечно, тебе похеру, да? Ко мне близко не подходи, я знаю. Я знаю, что он может мне зарядить. С ноги, с руки или с чего он там. Заряжает со лба. Плевать, но зарядить он может смачно. Умри, ну давай уже, ну время-то идет. Ну какого хера? Начинает, блядь, раскидывать. Лечу, до свидания. Ты знал, что я так умею? Не знал, наверное, да? А почему ему похеру? Вот камень прилетел, пиздец. Скала прилетела, ему срать. Можно? Спасибо. Застряла. Здесь иногда непонятно, когда это оружие зарядилось полностью, потому что оно начинает светиться. И оно продолжает светиться. Но непонятно, когда оно зарядилось на полную. Вот я сейчас, например, держал. Отвалят меня. Я ждал, когда оно зарядится, а оно уже зарядилось, по идее. Опа. Да ты сдохнешь уже, нет. Это какой-то бред. Еще одна волна. А можно просто свалить? Ебать, они появляются. А если я просто свалю? Или мне не дадут свалить? Ну-ка. И расследовать я не расследовал. Что за бред? Дайте мне уйти. Ладно. 4 островка надо зачистить. Вы охерели. А в этот момент, пока я здесь бегаю, там, по-моему, прикольнее было, потому что там что-то похоже хотя бы на здание. Здесь какие-то раскопки, блин, какая-то хуйня. Нужно сначала вот этих мелких раскидать, тварей. Своему, что ли, вжарил. Дураганы. Блять. Вот это да. Охуеть. Да быстрее беги, блядь, твою мать. Падай, бляха, и беги, сука. Охуенно. Непременно. Сейчас просрем мы. Просто, блядь, не знаю как. Сдохни, сука. Бежит, блин. Тварь такая. Кто-то рядом со мной, что ли? Нихера. А еще кого-то помощнее могли мне присунуть сюда, а? Твари. Там что-то страшное происходит, да? Конечно. Да пипец, он там разлетался, слышь. Можно? Спасибо. Ты где там? Не бегай, пожалуйста, умри. Сука, тварь. Все, успокоился, ублюдок. Ебашит. Надо вот этих угандошить. Чуть с дробовиком, тварь. С дробовиком, ладно, как бы, это издалека. Мне, по сути, бесполезен. А вот то, что вот этот может спуститься, меня, конечно, очень запаривает. А может спуститься, мне кажется, и надавать мне по полной. Сдохни, у меня уже сейчас скоро время закончится, блядь. Пиздец. Да умри уже. Надо вообще как бы поставить что-то такое из оружия. Вот. Это прикольно, да. Херачить сильно и больно. Но что-то надо еще как-то херачить так, чтобы это было быстро. Быстро и четко. Да, ты до свидания. Ебанулись, бляди. Охереть. Да, 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 умирай там, сука. Без меня только. Меня, блядь, не трогать. Меня, сука.
Ебать, окружают твари. И задел ведь гнида, а, сука, тварь. Ну как так можно? А вот если... В эту игру можно играть вдвоем, понял? Налети, ну спасибо. Хотя бы так. Ебануться, он жирный. И он просто мне выносит с одного броска, блядь. Я в шоке. А у меня даже хпшку уже нет. Все, блядь, не собирать нечего. И он находится, блин, в очень выгодном положении, потому что он сейчас, получается, чуть-чуть выше меня. Да, блядь, ну попал же. Надо хпшку срочно искать. До свидания. Ага. Конечно. Забыл, понял? Ты забыл, что хотел сделать. Ох, блядь, ну ебаный в рот. Ну вот как это, блядь, да сука, тварь. Ублюдок. Мне уже сейчас камера вырубится, потому что, блядь, у нее там память заканчивается. Потому что пишу 4К, и там одна запись весит гигабайт 20, если не больше. А естественно, на современном телефоне как бы очень сложно освободить память, потому что у тебя там... У тебя же там, блядь, фотографии, приложения, сука. Я сейчас просто солью этот бой. А, не в смысле я проиграю, а я специально солью, потому что, ну, блядь, ну как так можно? Это нечестно давать такого врага, вы охерели. Блядь, ну сука, должны же быть какие-то рамки и границы. Я попала? Ну, хуй там, конечно. Вообще, как бы попала, вот все, я как бы занял хорошую позицию. Он мне нихуя здесь не сделает, тварь. Блядь, сделает еще как, сука. Нельзя проигрывать. Да сдохни ты там, бляха. Да брось ты это говно и побежала, дура тупая. Побежала. Блять, она застревать начинает. Ну это пиздец. Вот это уже просто край. Да сдохни ты там уже, ублюдина. Знаешь что? Пусть он говнючий. Не-не-не-не-не-не-не. До свидания. Надо снова наверх как-то забраться. Ага, успокоилась. Успокоилась, я сказал, тварь. Ты, блядь, попадать! Иди нахуй, короче. Давай, сука, сюда. Дай мне вот эти камни. Еще угандошу гниду. На, блядь, размен, сука. Иди нахуй. Попало? Мразь, а. Вот мудак. Да, и чё? И чё? Ебать, иди нахуй, короче. В общем, я этого пидораса загандоню в следующей серии. Вот такая вот херня происходит у нас. Сука. Так что до следующих встреч и пока.